Он сказал, мы утром пойдем на охоту. Ну и где он? Куда он подевался? Что он там делает? Он просто стоит на месте. Что с ним такое? Элой, ты пришла? Ты хочешь побыть один? Нет. Надо поговорить. Я думал о твоем обучении. Ты умеешь выживать и охотиться. Но, боюсь, одну вещь я забыл тебе объяснить. Или еще не поздно? Давай. Я всегда готова учиться. Случилась неприятность. Это шанс преподать тебе новый урок, но он будет опасным. Ты должна подготовиться, иначе погибнешь. Спустись в объятия и собери там детали для огненных стрел. Огненные стрелы? А что за неприятность-то случилась? Добудь детали и встретимся там, у северных врат в сердце матери. А, у северных врат? На краю объятий? Да. А теперь иди. Тебя что-то беспокоит? Нет, ничего. Волнуешься, что будет после инициации? Да это и так ясно. Тебя примут в племя, а я как был, так тут и останусь. Изгоем. Даже если они меня примут, я все равно... У нас много дел, Элой. Обсудим это потом. Ладно. Мне еще что-нибудь сделать там, в объятиях? А, у чудной Грата кончается еда. Набей для нее мясо на неделю, если время будет. Она бы хоть раз мне спасибо сказала. Грата следует закону. Не воспринимай ее молчание как оскорбление. Ну, как скажешь. Я соберу все, что нужно. Но по пути повидаю Карста. Элой, когда он с тобой разговаривает, он нарушает закон. Ну и хорошо. Мне нужен не тимет, а с изгоями, кроме него, никто не торгует. Тогда закупись припасами. Сегодня ночью они понадобятся. Ты меня пугаешь. Ладно, до встречи у врат. Это не самое свое. Он ошибается, если думает, что я его брошу. За всю жизнь я ни разу не покидала пределов этой долины. Но после инициации все изменится. 2 дня. Через 2 дня я получу ответ. 2 дня, и я узнаю, кем она была. И почему я с рождения стала изгоем. Как будто это можно чем-то оправдать. Сердце матери. Еще 2 дня, и я увижу, как они там живут. Столько людей на таком маленьком клочке земли. Наверное, им никогда не бывает одиноко.
Этого мне надолго хватит. Среди деревьев, но не нашла, чем насытиться. О, мать, когда мое имя прозвучало у горы, ты не повторила его в ответ. Ты оставила его себе. Здравствуйте. Великая мать, с момента изгнания разве не была я постоянно, как течение реки? Разве не хранила я верность своим клятвам? Яви мне свою милость и насыть меня, как прежде. Поздравляю, Великая Мать вновь даровала вам кроликов. Великая Мать, твой голос, как далекие раскаты грома. О, мать, я слышу песни скорби. Я бы примкнула к ним, но я забыла свои четки на восточном утесе. Я так боюсь. Грата, дождитесь меня в лагере. Я постараюсь помочь. Чтобы забраться на уступ быстрым путем, нужны сильные руки. Многообещающе. Ага, вот и чётки. Теперь понятно, зачем она сюда ходит. Отсюда видны врата матери. Я даже не знаю, что достигла всего. То, что она меня игнорирует, или то, что в своих молитвах она хоть не одинока. Пожалеете.
хороший улов. А вот и Грата, наедине с Великой Матерью. Как всегда. Вот ваши четки, Грата. Я выполнила вашу просьбу. Великая Мать, каждое утро я вижу на листьях твои сверкающие слезы радости. Слезы от красоты, что ты сотворила. Видишь, я плачу вместе с тобой от благодарности. С ней поплачете, а мне слова не скажете? Ладно, все-таки честный вы изгой. Грата, меня какое-то время не будет. Я ухожу на инициацию. И не знаю, что случится после обряда. О, мать, я благодарю тебя за твою доброту. В час инициации даруй свою милость воину с самым добрым сердцем и щедрой душой. Я, кажется, вас поняла. Прощайте, Грата. Великая Мать, услышь, как я перебираю на этих четках годы своего служения. Услышь мои слова, так же, как я. Вокруг никого. Можно не бояться, что нас увидит. Наверняка он будет меня ждать. Вот он. Что-то у него тревожный вид. Так, так, так. У меня на пороге изгой. Великая Мать, дай мне сил. Боишься, нас кто-то увидит? Ты так озираешься по сторонам, прямо как вор на базаре. Осторожней, шею свернешь. Ты же беду всегда приносишь. Будешь тут озираться. Чего такой хмурый? Не с той ноги встал? Вот пройдешь инициацию и сможешь закупаться у торговцев в сердце матери. А я, может быть, не люблю терять клиентов. В смысле, у честных торговцев, которые не имеют дел с изгоями? Именно. Скоро наше преступное общение закончится. Твое дело молчать. Боишься, я могу выдать, что ты торговал с изгоями? Я думаю, ты не из тех, кто болтает. Но мало ли. Можешь не переживать. Я тебя не сдам. Да я так и думал. Но все равно приятно. Я про тебя никому не говорила, только Расту. Ну, он меня точно не сдаст, даже если захочет. Раст — человек долга, человек чести. Как ты его терпишь? Ты правда не знаешь, за что его изгнали? Говорю же, нет. Никто не знает, но за что-то серьезное, потому что изгнали пожизненно. Зачем ты рискуешь?
торгуешь с изгоями? Каждый раз спрашиваешь. Если тебе хочется поговорить по душам, катись отсюда. Потому что ты сам был изгоем? Да. Меня застукали, когда я лазал по железным руинам за гранью объятий. Матриархи решили, что я запятнал себя. 5 лет дали. Что ты видел среди руин? Да я сам не понял, что. И потом, когда я вернулся из изгнания в сердце матери, все, кого я знал, про меня позабыли. Да и народу там стало так много. Здесь мне больше нравится. В прошлый раз ты говорил, что у тебя есть свободный нить мёд. Не продал? Да нет. Но я хочу за него окуляр падальщика. Сама знаешь, особое оружие обходится недешево. Не вопрос. Я недавно завалила падальщика. Есть окуляр в лучшем виде. Так уж и в лучшем. Где он? Только теперь смотри мне, давай-ка поаккуратнее с этим нитьмётом, поняла? Я как-то совсем не хочу зацепиться ногой и подорваться на твоей ловушке. Да ну, а так и не скажешь. Ты еще тут будешь? Вдруг мне еще что понадобится? Я буду здесь. Все как обычно, неси мне любые детали от любых машин. Чем лучше детали, тем больше осколков получишь. Может, взглянешь, что у меня есть на продажу? Кто знает, может, что-то даст тебе фору на инициации. Ну, вроде все обсудили. Ладно, удачной инициации. Благослови тебя, мать, и все такое. Я получила то, зачем пришла. Пора идти к северным вратам. Не может быть, чтобы это была всего одна машина. Вон он. Элой, ты пришла? Огненные стрелы. Есть. Я слышала за гранью взрывы и крики. Это и есть та неприятность? Скоро сама увидишь, а пока ждем темноты. Темноты? Отнесла чудной грати кроликов. Она сказала спасибо Великой Матери. Все верно, ты действовала по велению Великой Матери. Это я уже слышала. Только охотилась-то я одна. Это я уже слышал. Ты одна, потому что так решила. Я сходила к Карсту и купила у него нитьмёд. Даже страшно представить, какую цену он заломил за такое оружие. Ну, недешево, но оно того стоит. Возможно, скоро проверишь в деле. Я не понимаю. Взрывы слышны из-за грани объятий. Что мы сделаем отсюда? Будь добра, наберись терпения, Элой. Всему свое время. Слушай, Раст, я все обдумала. И я хочу сказать, я тебя не брошу. И я... Я не буду. Не буду притворяться, что ты мне чужой. Элой, закон запрещает все контакты. Пускай. Мне все равно. Ты привык следовать закону, Раст. Но мне закон никогда ничего не давал, только отбирал. Все, хватит с меня. Элой! Я обязан подчиниться. Ну и пусть. Я знала, что ты это скажешь. Мы сделаем так. Я буду приходить втайне. Меня никто не увидит, все будет хорошо. Ты не будешь со мной говорить, раз это запрещено, но я буду. Это мое преступление. Ты просто слушай. Это все, что я прошу. Ты хорошо все продумала. Ну да. Так что не переживай. Решено. Да. Решено. С
Солнце сядет еще не скоро. Надо бы отдохнуть. Верно. Этой ночью спать не придется. Открывают врата изгою? Иногда изгнание не отменяет прошлых заслуг. Вот тебе и закон. Я ни с кем не говорил. Теперь обоим надо молчать. Мы покинули объятия. Это настоящие дикие края. Здесь ждут угрозы, каких ты еще не встречала. Вот так туша. Что же это за зверь? Его прозвали Пилозубом. Это новый зверь. Грозный зверь. Они объявились 10 лет назад и погубили много воинов. Жуть. Иди по тропе, тут недалеко. Что случилось с этой хижиной? Машина, вот что. Что же это за машина такая? Эту машину ты сейчас выслеживаешь. А, вот как. Туша рыскаря, и я заберу детали. Будь осторожна. Уже совсем близко. Почему мы охотимся одни? Почему сюда не пришли воины племени? Они здесь уже были. Те туши их рук дело. И завтра они снова выйдут на охоту. Уже незачем будет. Я с этой машиной сама управлюсь. Или погибнешь, если будешь невнимательна. Зубы разворотили весь этот дом? Сколько их было? Я привел тебя сюда не для вопросов, Элой, а чтоб ты с ним разобралась. Это ты должна понять сама. Ты будешь охотиться в одиночку, без меня. Что бы ни случилось, я не вмешаюсь. Поняла? Ты сама по себе. Лучше спрятаться. Я могу укрыться в зарослях. Посмотрим, где бы мне расставить ловушки. Thank you.
видели. Зачем я тебя привел? Не для вопросов. Элой. Для того, чтобы испытать меня. Это проверка, смогу ли я одолеть грозную новую машину. Нет. Пойдем. Это охотничьи земли. Их надо защищать. Если бы ты не убила Пилозуба, скольких воинов он бы ранил или погубил? Твой урок – ответ на этот вопрос. Ты долгие годы училась охоте, но лишь ради себя. Став воином, ты должна будешь сражаться за свое племя. Мое племя? Ты сказал, без них обойдусь. Но не говорил, что они без тебя обойдутся. Истинной силой обладает тот, кто готов сражаться за что-то. Кто готов служить великой цели. Вот что ты должна усвоить. Помни об этом. Когда тебя примут. Когда меня не будет рядом. Мы закончили. Пойдем. Расцвело. Сегодня твой последний день в качестве изгоя. У тебя есть время, чтобы подготовиться к испытаниям. Когда отправишься в сердце матери, я буду ждать тебя на тропе. Я усвоила последний урок. Да? Но чтобы сражаться за что-то, в это надо верить всем сердцем. Надеюсь, ты найдешь, во что верить. Я пойду с тобой к хижине. Я сейчас иду не туда. Другие дела. Да? Какие? Когда придет время, я буду ждать. Тогда увижу тебя там. Увидишь.